Украина будет в числе приоритетов Великобритании на время председательства в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Рикфорд у себя в Твиттере. В сообщении он написал, цитирую, «Имею честь принять председательство в Совбезе ООН от Украины, которая проделала большую работу в феврале. Акцент останется на территориальной целостности и суверенитете, в частности, и относительно Крыма».